Щелковский лицей номер 14 вновь стал площадкой проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Мы принимаем уже третий год Всероссийскую олимпиаду школьников, региональный этап по разным предметам. У нас было по литературе, по географии, и в этом году нам удостоена честь принимать детей с разных уголков Московской области по истории, которая будет проходить два этапа сегодня и завтра. В учреждении собрались порядка 200 школьников, среди них более 70 ребят, учащиеся образовательных учреждений городского округа Щелково. В целом муниципальное олимпиадное движение активно развивается. В прошлом году у нас 7 человек вышло на заключительный этап, 6 из которых стали призерами. Ученица 9 класса Щелковского лицея номер 14 имени Гагарина Кира Гудошникова впервые принимает участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Ранее Кира показала высокие результаты на школьном и муниципальном уровнях. И вот настал момент побороться за победу в интеллектуальном состязании региона. Кроме того, девушка уже приняла участие в олимпиаде по мировой художественной культуре. Это дает очень большие возможности в будущем. Это как поступление, это дополнительные баллы при поступлении. А плюс это еще и развитие. МХК, история, это все очень сильно интересует меня и в целом нашу семью. У щелковских ребят есть все шансы добиться высоких результатов. В первый день они пишут эссе, на это у них есть 3 часа, во втором туре их ждет тестовое задание. Возможно, кто-то из них станет победителем заключительного этапа в этом году. А пока пожелаем с успехом пройти региональный. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.